Нотариусом манит взятка, ведь без нее он жить не может. Коль он не выцеганил взятку, то значит не напрасно прожит. Ему годятся все предлоги для выколачивания денег. Страшись нотариальных действий, любой нотариус мошенник. Ему зарплаты не хватает, хотя кому ее хватает. И оттого на нашем горе он пышным цветом расцветает. Найдет изъян в любой бумаге, пусть даже просто опечатку, и кланяться себе заставит, со смаком предвкушая взятку. И нету на него управы, ведь мы же все должны трудиться, чтоб как-то выжить в этом мире. Нам просто некогда судиться. Нотариус об этом знает, не зря дрожат его клиенты. Он беспощадно отвергает бесспорнейшие документы. Зато, хоть дряхлую соседку ты ловко мышьяком накормишь и дашь нотариусу в лапу, то на себя же ее оформишь. Вот так судьба распорядилась и всех связала в узел сложный. Для нас нотариус вражина, а для кого-то друг надежный. Ведь без него убивец брел бы по улицам, глотая слезы, и вспоминал бы, как впустую он мышьяка транжирил дозы, как на мышьяк он тратил деньги, на всем буквально экономя. Старушка, правда, околела, сначала повалявшись в коме. А толку что? Другим достались старушке пышные покои, ведь в нужный миг не оказалось нотариуса под рукой. Убивец смелый, предприимчив, но все ж не он судьбы избранник, а на старушке нужен площадь, приезжает идиот-племянник.